Товарищи офицеры, садитесь, пожалуйста. По ваших прямых обязанностях, связанных с управлением войсками, поэтому работаю здесь, по-деловому, коротко, но конкретно. Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией. Просил бы начать доклад с ситуации на Херсонском направлении, затем на Запорожском. А после этого прошу Павла Юрьевича, вы соображения изложить. Знаю, что по поручению начальника генерального штаба и министра обороны он был на достаточно долго на переднем линии. Есть. Я сделал доклад очень обстоятельный. Сейчас вот Пасха будет, да? Так что вот тут. Никаких вообще даже поползновений нет. Хорошо. Это вот все получилось. Товарищи офицеры, товарищ верховный главнокомандующий, указанной категории к работе готов, генерал-полковник Ламин. Здравия желаю. Здравия желаю. Товарищи офицеры. Товарищи офицеры.